Эй, всем привет! С вами Александр, вы на канале Вали Гала, и вы сегодня будете лицезреть и смотреть классический берсерк, друзья, а именно распаковочку бустеров, да? Да, мы сегодня это будем делать, и сегодня будем это смотреть, так что это будет приятно, это будет забавно, это будет интересно, что же мне попадется, да? В прошлом выпуске мы распаковали уже три бустера, да, где один был какой-то несуразный, да, косячный, в плане того, что я скрыл две редкие карты. Если кто не смотрел, то залетайте вниз, в ренте вы увидите обязательно, да. Так вот, ну что ж, друзья, вот такая вот штука у нас, да, вот есть. Смотрите, перед тем, как мы начнем, я хотел вам что-то показать, но думаю, после всяких вкусняшек, когда вы приготовите, вы это посмотрите. Так что все уже готово, да, все, усели поудобнее, мы будем начинать. С вами Александр, и мы будем смотреть видосик. Поехали! Угу, что, все готово, да, надеюсь, не успел съесть там за маленький ролик, да, вот этот, который там был в этом ролике, ну и ролик в ролике, да, и так далее. Ну, друзья, я хотел начать с такой штуки. Сегодня в клуб приехали чек-листы по картам. Вот такой вот чек-листик, друзья, смотрите, да. Карты выпуска «Войны стихий», да, где все четко расписано, какие карты у вас есть, и вы можете понять, коллекционирование или нет, друзья. Да, я пока еще не отмечал, потому что я только-только получил, да. Вот они, степи, горы, леса. Здесь все карты, которые есть. Также здесь болото, тьма, нейтральные, смотрите, да. Но учтите, что здесь есть такая штучка, о которой мы теперь знаем, да. Смотрите, какие нас будут ждать полноформатные карты. То есть, смотрите, смотритель стойла, да, Килсус, Анубисар, Бонбиро уже есть у нас, да, он был на релизе. Здесь Танхан Эранга, призывающий бурю, Криомант Аргваль, да, вожак сатиров мира, дикий целитель, тоже есть, очень кромко, король жрец, друзья, да, вот так вот. И здесь, смотрите, что здесь Титопи, Булбагур, Ноками, Сиятель Хвори, болото, но я бы кого-то заменил, и знаете, кого поставил? Очень красивый и интересный арт у нас есть, смотрите, где он тут? Осклиск. Я бы, ну да, здесь редкий и частый, но, блин, вот этот арт шикарнейший просто. Просто шикарнейший артик вот этот. Следующий у нас... Это тьма, да, тьма, вот она. И кто у нас будет? Повелитель мертвых, рогатый демон. Шикарный арт, мне нравится. Скелетный червь и хозяин склепа, да. Вот, как бы, это вот полноформатный. Ну, можно было еще бы полноформат, я не знаю. Кого тут запихать, такой красивенький у нас тут есть. Ну, рогатый демон мы уже сделали, да? Ну, не знаю, Харончика. Ну, блин, здесь, да, аспект идет, что редко, ультраредко и так далее, да, идет. Но, да, я бы кого-то бы еще, ну, ладно. Следующий у нас нейтральный. И вот кто, кого у нас будет? Ассасин и Эроцент, да? Вот она вот как бы. Но я бы точно поменял, там есть одна девушка шикарная такая. Ой, я даже не помню, как ее там... Какой у них шикарный арт. Ну да ладно, не об этом. Ну и смотрите, это промо, прям альтернативные, да, такие, да. Кто у нас был? Берсерк и Циклоп мы точно знаем, да. Но также был у нас Минотавр и был Властелин Хаос. Они были на пререлизе в Москве, да, 8 числа. Жаль, конечно, что там, но надеемся, что в регионах они тоже разлетятся и они тоже будут. Надеемся, конечно. Если вы знаете другую информацию, давай в комментарии, сразу же чикай там, пиши и так далее. Вот, и кого нам ждать, да? Вот он, Властелин Хаоса даже сделали альтернативный вариант. Вот такой вот у нас чек-листик. Я буду его отмечать, и может перед роликом каждым я буду его показывать, что какая у меня коллекция. Я надеюсь, с помощью вас, друзья, мы сможем ее собрать. Обмен там, продажи, покупка, жизнь, все движения будем делать нормально. Ну все, вот такой вот чек-лист. Мы будем приступать к распаковочке бустеров. Я убрал. Вот он мой дисплейчик. Мы уже три распаковали, да? Давайте еще следующие три. Раз. Вот он. Два. И вот он. Давайте прям с самого начала. Вот отсюда три. Друзья, три взял. Три вот они распакованы. Будем вот так доставать, распаковывать. Я вам буду их всегда показывать, да, друзья? Так вот. Ну что, вот оно. Смотрите, вот оно у нас. Три бустера. Давайте, да, не будем себя долго томить. И мы начнем с одного из них. А именно вот этот, с центрального. Мы тогда с центрального начинали. Берем на сей раз центральный. Все, вот мы вот так делаем. Вот так вот. Опа. Мы аккуратненько берем. С
срезаем, да, да, я у дочечки забрал свои, да, так, вот я достаю, так, вот, да, им бы помню, что надо вот так вот, да, но можно их перевернуть и сразу, но эпичный переворот, он это, вообще, это четко. Ну, мы вот, друзья, все делаем вот, вот так вот, и что же нам будет попадаться, да, ну, давайте, начинаем потихонечку, да, так вот, ну, поехали. Первый, кто нам попадает, это знахарь племени. Смотрите, 5 рядовой, это горы, да? 8 жизней, 1 ходит, 1, 2, 3 урончик. За 3 фишки, о, фишечек много надо будет. Да, возвратить существо в закрытом виде, один раз за бой. Ух, ну а мы сможем вернуть кого-то прям хорошего. Вальхала, ранить ваше существо на 1, при этом оно получает фишку. Во, тому, где фишки нужны, да, и разряд на 1. Интересно, да, а их бы 3. Опа, как мы много-то фишечек да можем получать, да? Ну, надо посмотреть, как они будут играть. О, еще одни горы. Хранитель гор. 5. Стоят это рядовые. Защита от отравления. 13 жизней на 1 ходит. 2, 2, 3 урончик. Плюс 2 к удару по болотным. Ну, берегитесь, мать его, болотные карты. Вы получите себе в лицо прям. Причем хорошо. Ну, вот ты как раз и встретилась, да? Это медуза Горгона. 6 стоит элита уже. Направленный удар. 10 жизней на 2 ходит. 2, 3, 4 урона. О, вампиризм. Максимум 10 жизней. И трупоедство. То есть мы добиваться будем прям полностью излечиваться, да? При сильном ударе атакован и закрывается, не открывается. Свой следующий ход. Воздействие, взгляд медузы. Вот, пожалуйста. То есть, ну, она, мы помним, да, что кто посмотрел в ее глаза, она окаменевала тех. Следующая у нас фея леса, уникальная рядовая карта стоимостью 3. Она летающая, ну значок, да? 5 стоит, ударчики 1, 1, 1, вот такая вот. Но за поворот у нее воздействие, волшебная пыльца. Излечить до 3 ваших лесных существ на 1. Ну хорошо, мы можем излечивать, да, прям хорошо. Так вот, вот он, хэт, это болото, да, их тут 2, видите, тут еще один стоит, да? 4 рядовой, да? Регенерация 1. 8 жизней на 1 ходит. 2, 2, 3 урончика. При среднем или сильном ударе атакованный получает отравление на 1. Вот так вот. Часто. Следующий у нас паук-пересмешник. Лес рядовой. Да, как-то как будто... А, ну все. 4 стоит. 7 жизней на 1 ходит. 1, 2, 2 урончик. Летающие существа противника могут объявлять атаку только по пауку-пересмешнику. Воздействие, бросок сети. Дальность 2. Нелетающие существа противника получают сеть. На свой следующий ход не может передвигаться и действовать. Если существо с сетью атаковано, то эта карта блокируется, а сеть исчезает. Вот такой у нас. Следующий у нас. Это слизь. 7. Серебряных. Это у нас рядовое болото. Регенерация это 1. 10 жизней на 1 ходит. 3-3-4 урончик. При ударе выстрел. Плевок слизью на 1. Дальность 3. Все, ударили. Давайте раним кого-то. В ближнем ударе по слизи раните атаковавшего на 1. Все, пожалуйста. И за фишку и поворот особый удар на 3. При этом атакованное существо получает отравление на 1. Вот так вот. У нас еще раз, да, ледовый охотник, 5 рядовые горы, 7 жизней на 2 ходит, 1, 2, 3 урончик. Это у нас за поворот, удар через ряд на 2, при этом существо напротив ледового противника, ледового охотника получает опыт в атаке или плюс к опыту в атаке до конца хода. И также Вальхалла, ваше существо получает опыт в атаке или плюс 1 к опыту в атаке до конца вашего хода. Вот так вот. У нас пошли необычные, вожак сатиров, красивый арт, да? Красивый арт. 5 рядовые леса, да, защита от заклинаний. 12 жизней на 1 ходит, 2, 3, 4 урончика. Что же он? Минус 1 от атак летающих. Вот так вот. Пока не имеет ран, получает, если должен излечиться на X, вместо этого может ранить стоящего рядом существо на X. До 3 раз за ход. Вот так вот. Следующий у нас. Каменный голем. Каменный голем. Рядовые горы стоимостью 5. 8 жизней на 1 ходит, 2, 3, 4... А, 3, 4, 5 урона, да. Неповоротливость, минус 2 от немагических атак. Вот так вот, то есть такая прям защитника, да? Вот он, рогатый демон, да, ну красивый арт, да, вот он. Рогатый демон, 7 стоит, рядовое, тьма, защита от выстрела, защита от отравления, защита от летающих, 7 жизней, на 1 ходит, 2, 2, 3 урончик. Телепортация, вампиризм, максимум 12 жизней. Но мы можем прокачаться, причем хорошо. Фух, и у нас здесь, та-дам! Йехоу! Ультра, друзья! Первая ультра в этом дисплее. Это Лилит и Эйдерик. Красивый арт тоже, да? Вешает такое ожерелье.
6 стоит, это у нас элита тьмы, уникальная защита от метания. 7 жизней на один ходит, 2-2-3 урончика. В начале вашего хода положите верхнюю карту колоды на кладбище. Если это демон, положите жетон инкарнации на вашу карту нежити на кладбище. Если это нежить, ваши демоны получают плюс 1 к сильному удару, опыт в атаке и плюс к опыту в атаке. Или, да, за поворот разряд на 1, метание на 1 по разным картам. Вот такая вот у нас Лилит Эйдерик. Ну что, красивая, да, красивый. У меня первая ультра. Начинаем второй бустер. Ой, ультра, прям вот шикардос, отвечаю, да? Шикардос, ну давайте. Аккуратненько срезаем. Опа, да, мы все срезали. Убираем, да, погнали. Опа, достаем из широких станин. Смотрите, я не гражданка, а гражданин. Так, вот, все, вот так вот мы делаем. Опа, все, перемешали, да, перемешали. Вот все, мы сейчас начнем, да. И первый у нас орк-бомбардир степи элита 4. Стоит 10 жизней, на один ходит. 2-2-3 урончик. Защита, метание, поворот, метание бомбы на один по карте на выбранной клетке, дальность 3. В начале вашего следующего хода все карты на этой клетке ранятся на 2. Воздействие, взрыв. Вот так вот. Следующее у нас Реала 4 стоит. Это у нас элита степей, да, тоже защита от метания. 8 жизней на 2 ходят, 2-3-4 урончика. Получает направленный удар до конца вашего хода. Если переместилась хотя бы на 2 клетки в одном и том же направлении в этот ход, получает опыт вот так и 2 до конца вашего хода. Если переместилась хотя бы на 2 клетки в разных направлениях в этот ход, вот так вот. А что, будем двигаться постоянно, да? Следующий, вот он, Осклик, болото, рядовое, 4 стоит, защита от магии. О, регенерация 2, 8 жизней, 1 ходит, 1-2-3 урончик. За фишку, поворот, воздействие, эликсир, ракштольна. Перераспределить 4 или менее раны состоящего рядом болотного существа на себя. За поворот, удар через ряд на 1. Если начинаем вторые, то начинаем с фишкой. Следующий у нас, это головорез, 6 стоит, рядовые нейтралы, да, защита от выстрелов. 12 жизней на один ходят, 2-3-4 урончика. Пока рядом с головорезом больше ваших существ, чем существ противника, он получает опыт атаки и направленный удар. То есть надо двигаться со своим где-то там пацанами, да? Так, пустотник. Пустотник — это у нас 4 стоит серебряных, уникальный. И это степи. 9 жизней на один ходят, 1-1-2 урончик. Икс, фишка, поворот, заклинание, щит света. Другое существо получает защиту от всех немагических атак на X ходов противника. Не может иметь более 3 фишек и получать фишки от других существ. Ну, то есть сам будет копить. Вот так вот, разряд на 1. Следующее. Страж чертогов. Это у нас горы рядовые, 5 стоит, броня 1. 8 жизней на 1 ходит, 2-3-3 урончик. Строй. Может объявлять удар с дальностью 2. Пока стоит в строю с хотя бы 2 существами, имеет направленный удар. Вот так вот. Следующие у нас это матросы Аделаиды, рядовые нейтралы, да, пират, 8 жизней, на один ходит, 2-2-3 урончика. Прыжок, дальность 3, получает опыт защиты на 1 и минус от слабых ударов, пока стоит в центре столбца, получает опыт в атаке и плюс 1 к среднему сильному удару, пока стоит в крайнем левом или правом столбце. Вот так вот. Следующий у нас Сайкорон, это, да, какая-то горгулья прям, да, демон, 6 жизней, рядовая тьма. 10 жизней на 1 ходит, 1-2-3 урончик. Магический удар на 2-3-4. Хороший ударчик, да. При дальней атаке по существу, стоящему рядом с Айконом, он может телепортироваться на свободную клетку рядом с атаковавшим. Один раз за бой. Вот так вот. У нас необычки. Вот он. Килсус. Килсус у нас это рядовые степи стоимостью 6. Опыт в атаке 1. 11 жизней на 2 ходит, 2-3-4 урончика. Не получает ран от ответных ударов. О, пожалуйста. То есть можем бить и... Вот так вот. При атаке добивание на X не более 2 раз за ход. Дефис количество клеток, на которые передвинулся Килсус в этот ход. Ну, то есть надо переместиться, и тогда добивание 2 будет, да? Переместились, добивание 1. Нет, тогда вообще добивание 0. О, Геральт Мрака. Красивый арт. Прям красивый, мне нравится, да? Рядовая тьма. Рядовая тьма. Стоимостью 5 и уникальная. Защита от заклинания. 9 жизней на 1 ходит. 2-2-2 урончика. Воздействие диссонанс. Ранить на 1 выбранное существо и каждое стоящее рядом с ним существо противника с таким же значением слабого. Вот так вот. Следующий у нас
это пустынный кондор. Это чувак, на котором сидит Гирит, кстати. 5 серебряных, это у нас степи. 8 жизней, летающие. 2, 3, 3 урончика. За фишку и поворот воздействия, пикирование, переместить нелетающее существо противника за соседнюю клетку, потерять полет, получить движение 1 и переместиться на клетку, которая стояла это существо. При этом ранить его на 3-4-4, один раз за бой. Ну, вот так вот, то есть, если мы, нам надо, мы уже чувствуем, что мы сейчас, извините, канем к лету, то нам будем это делать. И у нас здесь, та-дам, редкая карта «Сшиватель плоти». Ой, красивый арт. 5 стоит рядовая тьма, да, рядовая тьма, уникальная. 8 жизней, 1 ходит, 1-2-2 урончик. За 3 фишки и поворот изгнать существо с вашего кладбища, при этом возродить ваше нелетающее существо. Оно теряет особенности, получает плюс X к удару и Y к жизням, где X значение слабого удара, а Y значение изгнанного существа один раз за бой. Изучить другое темное существо на 1, при этом получить фишку. Ой, фишки-то мы накопим. Ого, да, и максимум нету фишек. Максимум нету фишек. Вот, это у нас был второй бустер, да? Вот, а мы сейчас посмотрим третий. И мы не будем себя томить, да, мы сразу же его бабам распаковываем. Мы ему срезаем голову, вот так вот, да. Так, вот это мы убираем отсюда. Да, встаем, так вот. Опа, и мы вот так вот каждую так перекладываем, вот так вот. Вот, вот так вот, все, вот так вот. Так, ну что ж, поехали. Это у нас паладин Аламора. 6 стоит, это рядовые нейтралы, броня 1, 10 жизней на 1 ходит, 2, 3, 4 ончика. Строй плюс 1 к ударам по темным картам. Ну, ловите темные карты. Ваши существа с выстрелом, метанием или разрядом в одном столбце с паладином получают плюс 1 к дальности. Ох ты ж. Ох ты ж, увеличим, да. Следующий. Ты включи. Бешеный маг. Это рядовые горы, стоит 4. 7 жизней, на 1 ходит, 1, 2, 3 урончика. Внезапное действие, у него поворот, заклинание, да? Внезапное заклинание, магический трюк, перенаправить удар из карты, настоящее рядом с ней существо, в вашем отряде. За поворот, разряд на 1, дальность 3. Вот так вот. Следующий у нас. Это Исхарная ненасыть. Элита, болот. Это у нас защита от разрядов, опыта в атаке 1. Да, он прям такой какой-то прям прикольный артик, да? 11 жизней на 2 ходит, 1, 2, 3 урончика. При пророчестве вашей карты получают плюс X к следующему удару, где X количество показанных карт максимум плюс 3. Так, следующий у нас. Следующий у нас воин храма. Ну, 8 стоит, это, да, дорогое рядовое существо нейтралов. 13 жизней на 2 ходит, 2, 4, 6, да. Когда воин храма сражается, бросьте кубик 2 раза, выберите одно из результатов броска. Если воин храма атакован дальней атакой, бросьте кубик. Если выпало 5 или 6, эта атака блокируется. Вот так вот. Следующий у нас это Ост. 4 рядовые степи. 7 жизней, 1 ходит, 1, 1, 2 урончик. За поворот, внезапное воздействие, дар силы, свести атаки вашего существа к сильному. За поворот, разряд на 1. Бьорн. Бьорн это лесы рядовые. Защита от магии. Опыт защиты. 10 жизней на 1 ходит. 2, 2, 3 урончик. Когда Бьорн становится защитником, излечить на 2 существо, которое он получает. Которому он выступает защитником. Вот так вот, как бы. Он еще может излечить, да. Следующий у нас это смотритель Горнила. Рядовые горы стоимостью 5. 10 жизней на 1 ходит. 2, 2, 2 урончик. Строй. Броня 1, пока в строю с элитным существом. Строй. Опыт защиты 2, пока в строю с рядовым существом. Вот такой, ну, как бы хорошенький. Строй у него прям дополняет его. Да, Осклиск. Ну, он у нас уже был. Он у нас был в одном из бустеров. Вот он так есть, да. Следующий у нас. У нас пошла необычка. Ой, какая красивая. Дочь Перламутра. 4. Стоит элита болот. Уникальный. Опыт защиты 1. 9 жизней на 1 ходит. 2, 2, 3 урончика. Если дочь Перламутра... атакована не магической атакой, пророчество 1. Блокировать атаку, если показана карта нечетной стоимостью. О, интересненько, да? Следующий у нас. Следопыт. Это у нас 4 стоит. Это у нас нейтрал. 8 жизней на 2 ходит. 1, 1, 2 урончик. После расстановки карт вскройте следопыта. Противник скрывает карты своего первого ряда, и вы можете поменять расположение своих карт
на вашей половине поля боя, не вскрывая их. Выстрел на один. Следующий у нас Арацент. Ой, какая красота. Да, опять нейтралы, элита 6, защита от травления, вот атаки 1. 12 жизней на 2 ходит, 2, 2, 3 урончик. При слабом ударе атакованный получает травление 1. При среднем сильном атакованный получает травление 2. Ой, прям в болото в самый раз, да? Фух, и у нас здесь... Та-дам! Ой, у меня оборотень не был. Ну ладно. Оборотень, йордлинг 5. Стоит это элита, да, получается. Гор, 10 жизней на 1 ходит, 2, 3, 4, 5 стоит, да? 2, 3, 4 урончика. До начала вашего хода оборотень получает либо регенерация 2, либо плюс 2 к атаке и плюс 1 к движению. До конца хода противника. Вальхалла защитить вашего йордлинга на 1. Вот, друзья, чё, вот они. Три бустера. И вскрыли мы ультру Лилит и Эйдерик. Вот так вот, друзья. Вот такие вот у нас бустеры. Спасибо, что вы посмотрели. Спасибо, очень приятно. Сразу да, приятно, да. Мы еще вскрывать будем однозначно, друзья. Однозначно, потому что мы ждем еще приезда бустеров. Ну, надеюсь, я успею купить. Но ничего страшного, этого не будет. Если я не успею, потому что мы еще получим, да. С вами был Александр. Оставьте свои комментарии и так далее. Ах, да, хотел сказать. Есть человечок один. Чувачок, да. Вот. Он составил колоду на Минотаврах. Да, если что, как бы я это... как? В описании оставлю ссылочку на его ВКонтакте. Напишите ему, если хотите потестить его колоды. Как бы вот так вот. Ну что ж, с вами был Александр. Всем пока-пока.